повседневной жизни Дмитрий занимается арбористикой, лечением деревьев. А сейчас помогает коммунальщикам. В его арсенале оборудование, с помощью которого можно делать эффективно санобработку. Совместно с управляющей компанией УЖХ волонтеры провели дополнительную дезинфекцию входных групп и лифтовых холлов многоквартирных домов. Ребята проявили свою гражданскую позицию. Я считаю, что это достойный пример. Многие люди сейчас помогают жителям в части приобретения лекарств, приобретения продуктов, просто довести, помочь человеку перейти через дорогу. Волонтерское движение Одинцово сильно развито. В условиях пандемии коронавируса волонтеры стали незаменимыми практически во всех отраслях. Это проявление гражданской позиции, а говоря проще, желание помогать другим. Делаем это на добровольной основе, безвозмездно, взамен ничего не требуем. Как волонтеры выступаем? Решил оказать содействие, быть полезным своему городу. Защитная маска и перчатки – уже привычная форма для работающих во время карантина. Все службы ЖКХ функционируют в штатном режиме, и помощь волонтеров только приветствуется. Пока жители остаются дома, герои в масках помогают городу в борьбе с коронавирусом. Екатерина Тулупова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».